Барнаульский зритель замер в ожидании спектакля. «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» – постановка по роману Константина Симонова. Люди готовы к размышлению. Можно ли сохранить в себе человека на войне? Чего ждете? Хорошего спектакля, хорошей игры актеров, чтобы получить заряд энергии духовной. Все-таки значимый спектакль, и хотелось бы проникнуться атмосферой. В сентябре месяце купили билеты, специально пошли посмотреть. Пощады не будет ни нам, ни к ним от нас. У нас пока тишина. Мы уже третью неделю не штурмуем, не штурмуем. Спектакль погрузил зрителя во времена Сталинградской битвы. Режиссер постановки, актриса театра и кино, уроженка города-героя Волгограда Полина Огуреева. На площадке коллаборация артистов театра Гоголя и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Кстати, автором оригинальной музыкальной составляющей спектакля выступил композитор Валерий Воронов. Ему было предложено, в общем, сочинить музыку для этого спектакля. По-моему, он с этим справился великолепно. В этой музыке Воронова сначала совершенно незаметно каким-то образом появляется элемент из квартета Чайковского, Петра Ильича, и он потом немножко развивается и приводит нас с Полиночкой, приводит к нашему любимому произведению. И там появляется музыка Шуберта в самом конце, уже в чистом виде. Раненых всех вынесли? Всех? Всех до единого? Я лично проверил. Вы проверьте, не он, а вы. Это очень актуально по простой причине, что мы в такое трагическое, непростое время живем. И нам кажется, что вопросы, которые задаются в прекрасной, великой, замечательной, честной книге Симонова «Живые и мертвые», они очень коррелируются просто с нашим временем. Что такое человек на войне? Как сохранить человеческое на войне? Можно ли это вообще сделать? Какой ценой? И вообще, может ли человек остаться человеком на войне? Для меня вот лично это очень важно. По словам режиссера, она старалась избежать бравого пафоса и ура-патриотизма, умело показав именно образы живых людей того времени с их сомнениями, страхами и размышлениями во время войны. Я все понимаю, ответственность за происходящее. Я все понимаю, товарищ генерал. Добавим, Барнаул стал одним из трех сибирских городов, куда в эти дни привезли премьеру «Живых и мертвых». Дальше спектакль представят на театральных площадках Новосибирска и Кемерово. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.